пробежала сквозь меня, нихера себе. Вот это начало. О, говно, это снимите, пожалуйста. Чего? Маска напротив. Ладно, неважно. В общем, мы очутились. Меня зовут Сережа Кот, я монолит. Я в этом. Я забыл, как называется эта локация. Я в госпитале, во, кое-как вспомнил. Проповедник Иосиф. Приветствую тебя, слуга монолита. Приветствую вас, проповедник. Я раньше и подумать не мог, что мы, монолитовцы, станем настолько сильной группировкой, что сможем взять под свой контроль целую Чернобыльскую АЭС. Непонятно, к чему это. Да, я тоже удивляюсь, но на то есть мощь монолита. Он хотел, чтобы именно мы были его слугами и охранниками. Ладно, что-то мы заговорились. Как ты понимаешь, одной ЧАЭС мало, чтобы полностью обеспечить монолиту полную защиту и скрытность. Мы должны захватить большую часть северных локаций зоны. То есть госпиталь, Припять, Лиманский радар. Ну да, захват радара уже прошел более-менее успешно. Остались только мы. На нас возложена ответственность за захват таких территорий, как госпиталь и Лиманск. По возможности еще и Лиманский парк, Рыжий лес. Сейчас мы в заброшенном госпитале. Вся проблема в том, что эти территории контролируют военные, поэтому мы должны действовать разумно и слаженно. Слушаться вас, держаться рядом с отрядом и быть внимательным. Отлично, боец, схватываешь на лету. Я думаю, ты готов. Конечно же, готов, вперед. А, то есть я еще и новичок. За мной брат, написал проповедник. Кстати, у меня есть глушитель. Так, и что это такое? А вот и патруль. Тихо, сними двух военных с балкона. А где патруль? А, вот они, военные пришли. Начало пути, новое задание, незаметно убрать военных. Ну что ж, это не проблема. Так, первый пошел. Второй пошел. Молодец, брат, метко стреляешь. Отряд, выдвигаемся, выдвигаемся. Я слышу, в этом моде много вылетов и так далее и тому подобное. Плюс я сам на себе протестил ночью вчера. Не знаю, не знаю. По-моему, это плохо. Плюс тут еще нормально загрузки не работают. Тут, чтобы загрузить игру, нужно сжать, завершить игру и только потом уже там загружаться. Так, отряд, оставайтесь здесь, а ты пойди на разведку. Буду ждать, пока к нам остальные потянутся. Ага. А, ты меня туда показываешь. Ну пойдем. Че у нас тут? Сержант Климов. На нас напали монолитовцы. Быстрее вызовите вертушку на точку А2. И тут плоти. Это не мы, это плоти на вас напали. Так, нажмите F, чтобы запрыгнуть на стену с разбега. Ну, за вот это, конечно, респект, да. Тут есть такие моменты, правда, с ножом в руках. Ну, ладно. Мы уже на подходе. Пилот Веточкин. Сбить вертолет. Поехали. Магазин высадил, ему по меди. Ладно, не отчаиваемся. Стреляешь так, что мама дорогая. На тебе, в крыло. Ай, тихо, тихо, не стреляй. Мне страшно. Обстреливает, обстреливает. Смотри, пытается достать. Но только хрена с два. Он все еще живой. Ты уже горишь там хотя бы? Нет, не горит. Ай, тихо, не стреляй. Страшно, блин. Горит, горит. Все, осталось добить. Все? Нет, не все. Давай уже. Сколько в тебя всадить надо? Боже, вчера он отлетел там буквально с двух магазинов. Все, наконец-то. Сержант Климов, где гребаные фанатики сбили вертушку. Внимание всем отрядам, занять свои позиции. Ёб твою мать, тихо. И монолиты, в бой защитники монолита. И побежали на войну. Там военные слева. Вчера, когда я тестил мод, меня просто пристрелили сразу после этого вертолета. Потому что был фриз, и я как бы вообще не мог сбежать никуда. Я что-то пока... А, вижу, вижу, вижу военных. Так, давай, сиранем по ним. Минус один. Минус два, минус три, наверное. Я не знаю, третий вроде подлег, да? Так, кто еще у нас остался? А, вижу, вижу, вижу. Минус. У них ФН-ка у кого-то вообще лютые военные пошли, с ФН-очками ходят. Так, минус еще один, отлично. Че ты? Ты че, дурак, что ли? Я тебе что сделал? Так, давай аккуратненько пройдем, чтобы он нас не задел. Ну, тупые. Ладно, вот тут еще внизу должны быть военные, правда, у меня на них только пистолет остается, но ничего страшного, вытерпим, наверное, да? Терпим, терпим, терпим. Потерпел. А у меня граната есть? Есть граната. Все, хана военным, можете начинать их уже поминать. Так. Ой, я идиот, как я гранату кинул. Ну, надеюсь, им понравилось. Нет, им похер на самом деле. А вот так? Ну, вот так, я думаю, им точно понравилось. Ну-ка. А, он мертвый, боже. Я думал, он живой. Так, у них тут вихри всякие. Все подбираем, все в хозяйстве пригодится, да? Вал, ля, вот за вал респект я его возьму себе. Возьму еще АЕК, будет у меня в итоге три оружия. Даже четыре. Все куда-то пошли добивать. Алло, а дайте мне залутать. Мне лишь бы лут. Чего вы слышали? Отразить атаку военных. Там, короче, монолитовец с фразы бандюка, такой типа, лови там что-то, фраер. И добил военного. Лол. Монолитовцы это прикрытые бандиты. Что там дальше? Выбраться из госпиталя. Ага, мне сюда надо. Но подождите, я тут не долутал военных, вы мне не даете этого сделать. Все, вроде полностью готов. Это что такое? Антидот. Ага, понял. Поедим. Анимации. Это что, гунслингер? Ладно, неважно, погнали. Нифига прокатился. Все, дальше я не играл, к слову. Но я почему-то на этой локации вылетел. А его сейчас вроде все нормально. Там пулеметчик какой-то, ёб твою мать. Он уже наших валит вовсю. Все, пулеметчик снят, отлично. Ну а нахер, нашего подорвали. Помянем. Вообще не вижу, где военные, не знаю, куда идти. Будем, короче, пробиваться как-нибудь вот тут вот. Правда, я на перегрузе. Так, вижу, вижу. Минус. Вон еще один. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Больно-то как. Бинт, срочно бинт. Нифига себе, анимацию. Ну а где ты их видел? Не помню, где, правда, ну ладно. Вон еще один.
Минус. С ФНК вижу гея. Так, тихо-тихо. Достаем АЕК, потому что у меня патроны кончились. А, все нормально, все, всех убили вроде бы. Е, новые патроны. Кстати, писали то, что нельзя тут снимать прицелы и одевать. Это типа фича, ну, такое. Пробиться через отряды военных. Понял. Вперед, братья, пишет очередной монолитовец. Давай-давай, вперед, сейчас, подожди, я тут только долутаю. У меня уже все, перевес, придется выбросить пистолет. Вот этот пистолет я оставлю, вот эти патроны выброшу. Все, погнали, на войну. Опа, тусканчики. Ну, для вас я пистолет и готовил, наверное. На самом деле, я просто готовил пистолет, чтобы было в запасе чем стрелять в случае чего. Нормальный пистолетик. Это что вообще у нас такое? АПС, что ли? Не, это пернач. АПС по-другому выглядит. Я сначала почему-то подумал, что это форт какой-нибудь там. Ладно, ой, а что я тут никак не взберусь? Катсцен не будет? Автор принял ислам или что? Куда мне идти? А, вот тут надо нажать. Нажмите F, чтобы забраться. Так, давай, полетел, полетел. Оп, с ножом в руках. Вылетел. Эй, ты, ползи сюда. Ползу. Там пулемет. Охренеть, это БТР. Плывем. Плывем за стену. Нормально. О, монолитец сидит. Что ты скажешь? Брат, кинь гранату под дно БТРа, только сильно не высовывайся, а то зацепит. Без проблем, друг. Ненавижу БТРы, а еще у меня 32 гранаты. По-моему, я не докидываю. Давай лучше кинем. Я не знаю, сколько ему там еще надо всадить. О, все, готово. Отлично. Молодец, братья. Вперед идем дальше. Да, без проблем. О, тут валяются засохшие монолитовцы. Что тут? О, нычка. Неплохо. Патроны заберу, остальное мне как бы и не надо. Осторожно, мины. Ой. А, немного не вовремя ты мне сказал, друг. А это что, так надо было? Или я дурак просто? Не бойся, брат. Помощь уже близко. И стоит. Красавчик. Вот так помогают монолитовцы. Великий монолит. Ага, великий монолит. Я очнулся, я в какой-то жопе. Ты кто? Похоже, что он приходит в себя, пишет монолитовец. Отлично, пусть подойдет ко мне, ему надо многое рассказать. Филин. Филин, это кто? Фу, ты? Ну привет, крепкий орешек. В смысле крепкий орешек? Что, уже все забыл? Ты на мину наступил и выжил. Не каждому так везет, как тебе. А, что-то припоминаю. Да, я же на мину напоролся. А как же это? Уф, мысли в голове скачут. Где моя снаряга? Я и сам не знаю, видно, потерялась где-то. Ладно, а что это за место такое странное? Лаборатория какая-то? Да, это лаборатория. Помнишь, как мы сюда пришли? Нет, конечно. Давай объясняй, только медленно. А то голова что-то кружится. Короче, ты подорвался на мине, после этого тебя подобрали в бессознательном состоянии. Только ты что-то бормотал про возвращение куда-то и про блокнот какой-то. Подожди. А, фух, он на месте. Ну и что дальше-то было? Небо вдруг помутнело, потом резко стало красным, после чего пришел сигнал о надвигающемся выбросе. Но мы и решили найти укрытие. Спустя некоторое время нашли металлическую дверь, как от бункера. Зашли в нее и очутились здесь. Спустя пару часов заметили, что сигнал о конце выброса не приходит. Решили выйти, а тут бац, перед дверью появился пространственный пузырь. Вот мы и выбраться теперь не можем. Фига себе, вот это приколы тут происходит. А другой выход. Пытались искать. Да, настоящий сленг монолитовца. Если честно, то нет. Слушай, братан, как там тебя? Кот? Так, кот, мы тут с пацанами немного подустали. Может, ты сходишь, посмотришь, что там да как? По рукам? По рукам. Но это только из-за того, что вы меня не бросили. Вот и славненько. Что-нибудь найдешь, приходи, решим. Диалоги для монолитовцев ужасные. Были бы это бандиты, я бы понял. Но тут пацаны, приколы. Помогу вам только потому, что вы меня спасли. Ты монолитовец, ты обязан помогать, чурка. Так, ладно, что это такое, кстати, блокнот? Да, у меня есть блокнот с собой какой-то. И КПК мне главное оставили, а все остальное забрали. За что? Тут есть ящики. Может быть, в них что-то полезное окажется, но это вряд ли. Да, ни хрена тут нет. Подожди, давай вернемся и все обыщем. Может быть, там, ну, какая-то снаряга будет, тайник или еще что-нибудь. Ящики вот эти вот, например. ПМ, тут есть ПМ, забрал. Патроны, найс. Еще патроны. Аптечки, бинты. Круто, все, набираем снаряжение, пацаны. Это что тут такое? Это военный мертвый. Ну ладно, хер с ним. Так ему и надо. А куда мне идти? Туда? А куда я спускался изначально? А, смотри, это пространственный пузырь, и он как бы намекает, тебе сюда нельзя. Ладно, а сюда можно? Сюда можно. О, тут зато гравианомалия теперь. Намекает, что мне сюда нельзя. А мне похер, я побежал. А тут ничего и нету. Назад. Ладно, значит, все-таки вниз надо переть. Идем. Ау, тут кто-нибудь есть? Какие-то страшные звуки там. Я этой пуколкой, вот этой вот писькой мартышки. Я, короче, вас всех захерачу тут. Ой, здорово! Напугал меня. Не зря мне 9.39 патроны выпали. Ух, 9.39, 5, 9.19. В толчке что-то есть, в толчке ничего нет. Ну окей, появилось у нас основное оружие. Это МП. 5 бы. Вроде ничего не фикси... О, здорово. Готово. Еще одна МП-5 и лут. Это МП-5 получше по состоянию. Мы тогда вот эту разрядим, выбросим. Опа. Здорово. Не, подожди, давай пистолет. Готово. Ой. Что такое? Призрак. Как страшно. Вообще похер. Нож у него был, нормально. Костик закон, зомбированный. Не такой уж ты и закон. Подожди, тут патроны, кстати, халявные. А вот тут МП-5, еще одна халявная. Лол, только это на сей раз целая полностью. Здравствуй, друг. Ага, смотри, он ничего не говорит. А если тебя убить? Подожди, сейчас. Ну, он похер. Ладно, мне тоже тогда похер, я пошел отсюда. Ты куда? А, он сейчас откроет мне дверь? Или что, что это такое? Алло, чурка, пропусти. А, он указывает, типа, ты, педик.
Ай. Что такое? Что такое? Египетская сила. Тут где-то полтергей был. Ты, щурка вонючая. Я тебя сейчас с ПМа нахерачу. Или ты меня нахерачишь, тут, конечно, одно из двух. На сервис мы будем готовы, давай, давай. Вот, я херачу по тебе. Ну, давай. Готовится уже нажимать свою эту херню, давай, ща. Ща я тебе вынесу, говно. Ты как еще живо? Все. Вас двое! Найс. Стараюсь просто экономить патроны, понимаете, с ПМ отстреливать. Но в итоге тут, видимо, все-таки с МП5 нужно обязательно. О, а вот и первый вылет. Да, кайф. Все, найс. Да, с МП5 все оказалось довольно проще. Рассказать о двери Филину. Окей, пойдем расскажем. Ну че, есть новости? Я надеюсь, что хорошие, да? Есть некая дверь, ведущая куда-то, и я не знаю, как ее вскрыть. Отлично. Я тогда поднимаю пацанов, и мы выдвигаемся. Ну давайте, только не отставайте от меня. Опять сленг. Пацаны, давайте выбираться отсюда. Выбираться. Понял. Ну, мне кажется, диалоги тут по-любому надо править, потому что это нифига не мандаритовские диалоги. И, ну, ладно, даже если я докопался до этих диалогов, скажете вы, да? Чего ты вот докопался? Хотя бы просто грамматические ошибки подправить. Бойцы, здесь двигаемся по одному. Кот, ты замыкающий. Ой, сорян, я направляющий получается. Ну, давай, не телься тогда. Ля пролазит, смотри. Кажется, все спокойно, можно идти. Ага, ну, пойдем. Что они с этой дверью будут делать, мне интересно. И Филин пошел ее взламывать. Нужно как-то открыть эту дверь. Кот, разберись. Класс! Я ему сначала такой говорю, я не знаю, как открыть, а тут теперь спокойно разбираюсь с этим. Неплохо. Осторожно, кровососы. А, ну давайте, вы работайте, а я тут постою. О, пацан с СВД пошел на кровососов. Помянем. Давайте вы сами дальше. Спасибо за музыку с авторскими правами. Я, пожалуй, перезагружусь, чтобы ее не было. А, и у меня вылет. Класс. А, у меня теперь не грузится сохранение. Класс X2. Так, все, вроде отгрузился. Заново это говно проходить. Все, я сделал именно сейф перед всей этой херней. Давай, поехали. Не буду перезагружаться из авторской музыки, а то автор обидится. И опять меня мод крашнет. Так, где там еще один? Готово. Монолит поможет нам. Да, поможет. Разобрались мы с кровососами. Так, надо разведать эту дыру, пишет Филин. Оставайтесь все здесь. А, что ты пойдешь разведывать? Кот за мной. Нифига ты прыгнул. Как балерина. Что, кстати, вкусного есть? О, армейская аптечка на халяву. Спасибо. Тут что-то есть? Тут. Кот. Ага. Когда, я не знаю, к сожалению. Детектор Велес, нихера. Вот это лутецкий. Очень знакомая лаборатория, помню, в пространке по ней бегал. Так, тут он засохший военный. О, я помню эту дверку, помните? Превью это на пространстве. Вот, блин, на путь во мгле, да. Еще кто-то у меня его успешно сплагиатил, помню. Ладно, что там? Куда ты убежал уже? Сюда нам точно не надо, ну значит вниз. О, вот это военному не повезло. О! Патроны, найс. Патроны, это хорошо. Ой, все, сел, за голову схватился. Че такое? Че случилось? Калаш, нормально. И еще патроны. Нормально, пацаны. Есть калаш, есть МП5 и есть патроны к ним. Живем. Че ты тут? Контролер. Осторожно. А, понял. Озвучки из пространки стырены. Давай, где ты там? Меня обоссали. Ну, готово. А, исчез, слышь? Пропал мужик. Да, помянем его. Выбраться из X7. Ой, я спрыгнул в дыру и меня вернул обратно. Неизвестно, не так быстро, салага. Постой, я тебя уже видел. Это ты показал мне, как открыть ту дверь. Но зачем ты это сделал? Да, это я показал тебе, как открыть дверь. Ну что, задумался? Я думаю, у тебя есть ко мне вопросы, можешь их задать. Почему ты меня спас? А вот это самый главный вопрос, терзающий тебя. Знаешь, мне все равно, кто ты. Будь ты монолитовцем, или бандитом, или сталкером. Я считаю, что каждый из нас остается человеком. Так вот, я помогаю тебе, а ты помогаешь мне. Да, выбора у меня как раз сейчас нет. Ну что, что сделать-то нужно? Самую малость. Нужно забрать одну документацию из этой лабы и все. Если будут трудности, то я покажу, где она лежит. Ну что, по рукам? По рукам. Только как бы прозрачный ты. Я тебя потрогать не могу. Все ясно. Монолиты, потрогать сразу. Это было бы смешно, если бы не было правды. Значит так. Возвращайся обратно. Там найдешь комнату. В ней сейф. Код от сейфа 786-23. В сейфе лежат различные записи и КД от двери лаборатории. Они тебе пригодятся в дальнейшем. После чего возвращайся сюда и прыгай в эту дыру. Позже тебе дам дальнейшие указания. Вроде все понятно. А как я тебя потом встречу? И не сказал. И кровосос тут где-то заспавнился, да? Я угадал? Потому что я слышал звук. Так, ну мы видели, да, тот сейф. Теперь у нас есть от него код. Код, значит, какой? Я забыл уже. 786-23, окей, понял. Так, давай сохраняемся. И сейчас нахерачим кровососом. Здорово. Минус один. Готово. Что ж, это было довольно-таки легко. Дыра, ну нам в дыру эту. Черт, а как я наверх-то взберусь? А, мне не надо наверх, вот же сейф. 786-23, бац. И вот она, записочка, патрончики и три армейские аптечки. Возвращаемся теперь обратно. И прыгаем в эту дыру, как он и сказал. И еще раз прыгаем, и еще раз прыгаем. Ай, окей. Ой, я в темноте, куда? Мне страшно, не надо. Опа. Нихера он меня в воздух поднял. Алло, чуркобес, ты не охренел? Ладно, это было...
тоже легко. Я тут помню, на этой локации обычно аптечки лежат вот на этом ящике. Это же локация, да, скачанная из открытого доступа, как я понимаю. Поэтому вот, плюс вот сюда направо можно спуститься, тут тоже будут аптечки. Все это я помню из пространственной аномалии. Ну, вроде бы можно было спуститься, я не знаю. Возможно, это не тут можно спуститься, это где-то в другом месте. А, вот, вот тут можно спуститься, да. И я слышу что-то страшное. Неужели тут внизу соса кров? Не знаю, но вон вижу научные аптечки, о которых я говорил. Ай, научные аптечки мы тырим. Ученого мы тоже тырим. Че у тебя там? КПК. Ничего интересного на этом КПК нету. Ой-ой-ой, тут это... Хим-говно. Быстро, армейскую, чтобы пробежать. Отлично, пробежал. Че тут? Кодовый замок. Хер его знает, какой кодовый замок. Ты что, рофлишь, дядь? А тут ничего нету. Где кодовый замок-то найти должен был? Непонятно. Еще раз, может, я тут что-то пропустил. Там радиейшн. Я не знаю, как мне радиейшну противостоять. Есть пси-блокада, но пси-блокада не то, что мне нужно. Мне нужен антидот. Антидота у меня нету. Сюда не пройти. А, вон еще армейские аптечки в кабине. Заберем. Что-то освещение иногда багает как-то странно. Так, какая-то чурка появилась. Наверное, это мой товарищ, вот этот друг, да? Только где ты появился-то? А, нет, это кто-то отмечается. Страшненький. Может, в записи есть документ? Код. А, вот, смотри, да, код от главного входа 535-66, от запасного 89-132, вентиляционный комплекс 25-846, в ангар 33-100 и охранный пункт 44-236. Ну, не знаю, главное это не главное, давай ведем код от главного. Это оно? Это не оно. А какой-то тогда вход? Может быть, запасной 89-362? Нет. Может быть, это ангар 33-100? Нет. А что тогда? Давай попробуем комплекс 25-846. Да, это комплекс. Поехали. О, здесь брейкдансеры. Не очень хорошие новости. О, они сюда не идут, лохи. Ну и тем более я их уже убил. А, последний остался. А боссом. И чё, и кого? 7 человек отмечается. Один из них нейтральный. Жестко. То эти 7 человек. Чё, тут внизу есть что-то? Есть смысл прыгать? Думаю, нет. О, здорово, мой друг, товарищ. Здесь их нет. Ладно, идем дальше. Кого их? Исчез, понятно. Жопа сгорела у меня, бывает. И у меня, смотрите, у меня теперь панель быстрого доступа не работает. А, нет, все нормально. Я армейские аптечки в панель быстрого доступа поставил. К лифт. По лифту нам точно нельзя. Придется прыгать как идиот. Ну, я это люблю делать. Даже там, где есть лестница. Кто здесь? БТР. Как вы его сюда вместили вообще? Мне тупо интересно, кто это сделал? И как он это сделал? О, знакомые места. Здорово, что скажешь? Подожди 5 секунд, сейчас я тебе дверь открою. Давай, давай. Взлом жопы, взлом дверей. Я думаю, калаш пора достать. Ну вот, открылась, кажется. Ой, там говноеды впереди. Ну, то есть зомби. Но я к ним потом пойду. Давайте сначала тут все залутаем. Тут у нас халява в виде дигла. Сейчас мы его протестим. Вот эти аптечки мы тоже забираем. В шкафчиках есть у нас таблетки всякие. Жопы, не надо тут нам. Все, поехали. На, хедшот. Где пси-блокада? Это же пси-блокада? Я ее принял? И чё? Я не могу открыть инвентарь. И оружие переключить? Что за говно? Ладно, забейте. Не бака, фича. Сосать? Еще 3 человека где-то. Ну как человека, почти. Ой, ты на меня напугала, собачка. Ну, где еще эти говнари? Не вижу и не слышу. А, вижу. Раз, два. Полетел. Все, всех убил. И что нам тут надо найти-то, собственно? Ой, напугал, Сосыч, ты че? Глупый дурак. Я так понимаю, надо загрузиться, потому что это ненормально. Не, перезагрузился и нихера. Ну, может быть, так надо, действительно. Че тут найти должен, я что-то не пойму. Дверь заперта. А как открыть? А как какать? Дверь заперта. Все заперто. Обидно. Это что, дырень? Ну, в дырень пока не будем прыгать, или все-таки будем. Черт его знает, может, мы еще что-то интересное тут найдем. Рано волны начехлить, пацаны, как говорится. Может быть, тут что-то есть. Нет, тут мы уже были. Ну, кажись, реально, в этих комнатах ничего нету. О, нет, тут есть халявная энергетон. И всякие препаратики. Это мы все себе заберем. И патрики. Рюкзак. Рюкзак не заберем. А. О, вот это реальная пьянка. Все, я доволен. А куда идти? Где дыра это? А, ну вот дыра. Все, спустился. И что, мне вернут там переключение между оружиями, хоткей и так далее? Или у меня просто управление сбилось? Да, у меня тупо управление сбилось. Кек. Офигенная пси-аномалия, да? Сбивает управление эти. А, я еще решил засейвиться, и игра вылетела. Да, да, я понял. Все, я снова здесь, лутаю. Блин, я уже залутался. А, валим, короче, вот. Гунслингер, пьем энергетик. Только что-то энергетик мне не сильно помог. Ладно, дырень. Ну тут не сохраняемся, как я понял, да? А лучше всего этого не делать. Хера там народу. Меньше народу, больше кислороду, как говорится. Ща, давай с МП-5-ки поработаем по ним. Блин, я вот заметил то, что я реально начал херачить от бедра без прицела жестко. Раньше мне вообще некомфортно было без прицела играть. Сейчас мне некомфортно с прицелом играть. Так, что тут? Что это? Наверное, это в ангар. 33-100. Угадал. Ну и что нас ждет впереди, мы увидим в следующей серии, чуваки. Давайте. На этом с вами прощаемся. Большое спасибо всем, кто смотрел это видео до самого конца. Если оно вам понравилось, то обязательно поставьте лайк. Также обязательно подписывайтесь на мой канал, прожимайте колокольчик, если нравится мой контент. Вступайте в мою группу ВКонтакте. Ссылка на есть в описании. И ссылка на скачивание этого мода тоже есть в описании. Большое еще раз спасибо всем и покедова.